Всем привет, мои дорогие зрители. Секрет, как быть почти в одиночку в дворцовом комплексе, это прийти утром, открываются они в 9:30. А, и если еще на улице маленький дождик, то это вообще замечательно, никого не будет. Рекомендую посещать все интересные места с самого раннего утра, когда все люди спят, ленятся, завтракают. Тогда это гораздо удобнее, особенно с ребенком. Вход в комплекс стоит 6 евро с человека. Начинается комплекс вот с такого тенистого парка. Воздух потрясающе влажный, дождливый. Смотрите, какое ощущение, что мы где-то в Индонезии. Такие ажурные вырастают башни. Начинается парк вот с такой крепости. Сюда пройти внутрь нельзя, она, наверное, очень старая и разваливается на ходу. А дальше среди деревьев поднимаемся к моей мечте. Даже утром уже, смотрите, народу море. Представьте, что здесь после обеда творится. Аж все в ходах. Раз, два, три, четыре. Четыре вижу пещеры, но может быть еще и больше. Смотрите, Борис пошел в грот. Я, наверное, с Ниной не рискну прыгать по камушкам. Все, скрылся в темноте. А вышел Борис вот в этом гроте, то есть они все проходные. Спрятался за водопадом. О, крутяк, тоже хочу. У меня ощущение, что я где-то в Индонезии, честное слово. Мой муж говорит что-то как Walt Disney, как парк Диснея. Все так сделано, классно. Очень интересно. Все здания парка, потрясающе красивые, связаны между собой системой тоннелей и ходов. Сейчас заходим в один из них, посмотрим, где удастся нам выйти.
А вышли-то мы как раз в ту самую башню, куда я хотела попасть. Видели вы когда-нибудь такое? Показываю вам мою башню от и до. Вход среди камней, ни за что не догадаешься, что это вход в башню, никак не догадаешься. Вот она, самая вершина. И все полностью, все этажи до самого низа. Я прошу прощения за шатание моей камеры. У меня за плечами сидит маленький спиногрызик и постоянно меня дергает. Она сейчас в таком возрасте, что сидеть спокойно не может, поэтому иногда картинка скачет. Вы уж меня простите, молодую мамочку. Делаю все самое лучшее для вас, что возможно. Чем глубже, тем становится темнее. Все, я внизу. Ну вот он, этот водопадик. Я тоже пришла к нему, только с другой стороны. Супер. Ура, ура, я счастлива. Слушайте, ну это лучшее место, чтобы провести свой день рождения. Нина.
Дождик окончательно убежал, оставив только свежесть после себя и сверкающие блики на листиках. А вот здесь наверняка проходили масонские собрания. Вы видите лавочки по кругу, а наверху масонский знак. Не знаю, это правда масонский знак или так бутафория современная для туристов. История умалчивает. Будем верить, что это действительно таинственное место. Так жить интереснее. Видели вы когда-нибудь такую красоту? Сейчас пойдем посмотрим, что внутри этого красивого дворца. Вау, смотрите, какой пол. Просто суперская плитка. Так красиво. Я еще такого пола не видела нигде. Но сейчас он уже не функционирует. А это потолок деревянный. Это ж сколько работы. Вот это не рисунок на стенах, это металлические такие гравюры приделаны полностью по всей стене. Старинная мебель. Я вообще-то любительница старинной мебели. Боже мой, какой потолок! Я в восторге просто. На этом я с вами прощаюсь, мои любимые. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!